Ну что, ребятишки, хотите посмотреть на покорителя дорог? Да еще и вот с таким вот жилым модулем. Сзади огромный багажник. Грузите сюда, что хотите. Заходим внутрь. Значит, здесь у нас по ходу пьесы начинается кухня, холодильник, газовая плита, мойка. Готовьте здесь, кайфуйте, в общем, путешествуйте. Здесь все посвящено вашему отдыху. Стол опускается, делается большая двухспальная кровать. Здесь элементы управления, много тумбочек для ваших личных вещей, гардеробы. Тут еще одна комната, я так назову ее, потому что здесь фактически такая здоровенная двухспальная кровать. Можно сделать здесь, либо ложиться либо поперек, либо вдоль раздельно. Как хотите, какие у вас предпочтения. Значит, биотуалет, умывальник и отдельная большая душевая кабина. Вот такой вот вариантик, друзья, для бездорожья, для прогулок по России.